Добрый день, дорогие участники фестиваля Golden Times. Вас приветствует Марина Унил Спенсер, член жюри танцевальной категории. Вот в праздничной такой атмосфере хотела вас поздравить с наступающими праздниками. И по ходу давайте обсудим, что у нас получилось. Степанов Всеволод, 10-13 лет. У него было три номера «Фольклор». Первая постановка очень хорошая, с элементами эстрады, спорт. Мальчик очень пластичный, талантливый. Я поставила 9 баллов. Вторая постановка похуже немножко, чуть-чуть послабее сам танец. Восьмерочка. И третья мне менее всего понравилась. Поп-вояж ансамбль. Мне очень понравилась в стиле поп-арт. Такая хорошая постановка, модерн. Хорошо поставлена на не очень подготовленных детей, поскольку физических данных у деток не наблюдается особо. Надо развивать, заниматься, какие-то более... Заниматься, я так понимаю, немножко более растяжками, укреплять мышцы. Вот. А постановка хорошая, очень хороший номер. Я поставила 10. Дальше. Костина Ольга станцевала 3 номера. Первый номер я поставила 7, 8 и 9 за последний. Самая лучшая постановка, последний номер у нее был. Мне показалось, первый номер однотонным показался. Нет, в музыке нет каких-то кульминационных подъемов и снижений. То есть все на одной ноте, все так вот, знаете, так, вот так вот параллельно. Вот. И костюм огромный вот был. В первой постановке не видно ребенка, не видно талии, движений, не видно каких-то линий. Дальше. Рустам Байтищев, да, 26 лет. 26 лет. Я так понимаю, что он в хореографической выступал, хореографию представил. Кавказ, Кавказ. 10, я поставила 10 баллов, хорошо. Хороший номер, очень-очень много участников там участвовало. Он выступил как хореограф. Вот замечание — держать дистанцию в линиях, то есть держать построение, саму постановку танца. Где-то близко стояли участники, где-то далеко друг от друга, то есть держать равномерную дистанцию. Дальше пошел ритм ансамбль, 6-9 лет, хореография. Здесь у меня замечания такие: колени тянуть под коленную мышцу, по месту не вместились, сцена маленькая для вас. Но это уже как бы, тут тоже надо репетировать. То есть даже на маленькой площадке, на маленькой сцене нужно репетировать. Дальше. Что у нас тут дальше? Мастер. 9 я поставила. Шаги мельче, как в «Березке». Вот когда вы ходите, то есть чтобы было ощущение, как будто вы плывете, понимаете? Под эбуре более мелкое должно быть. И костюмы я бы, наверное, сделала до пола, чтобы не видно было ножек, как бы, чтобы был эффект вот этого полета, знаете? Вот, китайская тема у вас была, фольклор. Дальше ритм выступил у нас. Смешанный возраст, я поставила 9. Опять-таки сцена маленькая, разводку надо делать до выступления, чтобы дети знали, может быть, крестики ставить, если есть возможность, на полу, чтобы дети знали, где стоят. Не вместе все, отработали не вместе, но поставила 9, потому что много деток, постановка сложная в хорошем смысле, много работы было сделано, видно. Современный танец, контемпори, 10-13 лет, фантазия. Я бы сказала, что это больше хип-хоп ваш номер, а не контемпорари. Вот в хип-хопе надо показывать 5 элементов. 3 на полу и 3 на полу. Вот. У вас получилось не контемпори, поэтому 8. Немножко снизила оценку вам. Дальше. Ансамбль «Солнышко». Опять-таки, это не контемпорари, а это был фольклор и малые формы. У вас было 4. Это малые формы. Надо выносить 9. Неплохо. Дальше. Яковленко Александр, 14-17 лет. Растягивать стопы. Акроконтемпорари, акробатика, с элементами акробатики. Почему-то видео обрезали номер. Номер хороший очень, мне понравился. Я поставила 10. Хороший мальчик, очень подготовленный. Единственное, вот работать над стопами, если уж совсем придираться. Екатерина Волоснюк. 2 номера у нее было. Первый номер 9 и второй номер 10 я поставила. У меня в первом номере не связались музыка с костюмом. Вот.
как бы такой, на тему восточных единоборств. Не связалась музыка с костюмом. Следующий был Маори шоу, хип-хоп. Опять-таки, три элемента на полу надо показать, и групповой связки не было. То есть вы не работали как группа. То есть. Дальше. Суханова Татьяна. 18-18. Очень понравилась девочка. Работать на подколенной мышце, вытягивать ножки. Музыкальная, эффектная девушка. Элементы классики были, много чего там было в этом номере. Неплохо, в принципе. Вот. Я поставила 9. Жасмин Сателла Рамирес. Опять-таки хип-хоп. Побольше движения по сцене, объема и трюков хочется. Немножко плосковато для меня. 8 поставила. Не месяц, парень. 10 поставила, побольше движения трюков тоже хочется. Следующий номер Урал Коалишн, хип-хоп. Великолепный номер. Вот в этом номере посмотрите, пожалуйста, все. Я бы им дала гран-при. Почему? Потому что, во-первых, в тему. На музыку Щелкунчика, новогоднюю музыку, элементы на полу показали. Три элемента. Инсценировка прекрасная, урбанистические декорации. В общем, знаете, я бы сказала, что вот с удовольствием посмотрела. И хочется посмотреть еще раз и еще раз. Урал Коалишн. Выделю из всех, пожалуй. Очень хороший, очень хороший. Дальше.